эстафетные карьеры принял Институт экономики и предпринимательства. Сегодня с 18 компаниями-работодателями пришли познакомиться более 200 студентов. Уникальная возможность познакомиться с работодателем из различных сфер и принять для себя решение, как же развивать свою карьеру в будущем. Основная задача – это рассказать ребятам о том, что от них хотят работодатели. Весь спектр работодателей максимально широкий, представлен здесь. Представьте, каждый приходит со своим набором вакансий. Их может быть 5, их может быть 10, их может быть 20, потому что мы, как правило, все-таки приглашаем крупные компании, которые способны принять достаточное количество молодых ребят. Студенты, соответственно, могут познакомиться с теми предложениями, которые приносят работодатели. Это стажировки, это вакансии, это часто бывает интернатура, летние школы. Мы постоянно участвуем в Дне карьеры. Для нас это знаменательно событие, потому что мы занимаемся выращиванием своих кадров и, соответственно, мы заинтересованы в работе с вузов по подготовке специалистов с нуля. Мы полностью открыты и готовы в нашу команду брать самых лучших, амбициозных, активных, креативных, и здесь действительно очень много таких ребят, это приятно. Просто понять, какие качества, что требуют вообще работодатели от студентов, что они могут нам предоставить, потому что многое зависит от того, есть ли у нас опыт или нет, а здесь такая чудесная возможность предоставляется начать работать, и они обучают с нуля. Я ожидаю найти своего работодателя, с которым я свяжу свою жизнь, наверное. Каждый перерыв между парами мы сидим и обсуждаем, кто куда пойдет после выпуска как раз-таки. Поэтому мы достаточно часто мониторим, так скажем. И мы об этом задумываемся, и очень важно, что есть такая возможность об этом всем узнать поподробнее. Я когда была на первом курсе, я пришла на такое мероприятие, и это мне помогло тем, что я познакомилась с банками, с госорганами, и для себя определила, в каком направлении я хочу развиваться. Вот сейчас я 4-й курс, я пришла уже к определенным работодателям с определенным запросом. Карьерный офис ИЭП уже 4-й год занимает статус лучшего карьерного офиса в ННГУ. Потому что, в общем-то, у нас привлекаются самые активные студенты к этой работе. И мы видим отдачу. Мы видим отдачу, поскольку многие студенты действительно трудоустраиваются и находят свое место как экономисты, управленцы. Я закончила Институт экономики и предпринимательства, бакалавриат. В 2020 году трудоустроиться, так скажем, и зарекомендовать себя помогли активности, которые были здесь. Всем студентам желаю удачи, пробовать свои силы, не бояться и проявлять себя. В течение всей недели студентам будут приходить работодатели на лекционные семинарские занятия, а завершится все кейс-чемпионатом в этот четверг в этом зале от банка ВТБ. День карьеры – это как раз-таки такой день, чтобы пригласить как можно больше работодателей в одно место и чтобы к одному студенту пришли все сразу работодатели.